В 2016 году из жизни ушел выдающийся спортсмен Дагестана Владимир Юмин. Но память о нем все еще живет в наших сердцах. Так, преподавательский состав детской спортивно-юношеской школы имени Юмина решил почтить память борца и провести небольшой субботник на территории его могилы. Мы намереваемся популяризовать спорт таким образом. И нашим воспитанникам школы также будем показывать наших героев. Вот, и тем самым также провели мероприятие по благоустройству могилы Владимира Сергеевича Юмина и почтили таким образом его память. Отметим, что на прилегающей территории была скошена сухая трава, собран различный мусор, посажены цветы и очищен памятник от грязи после дождя. По словам коллектива, проводятся данные мероприятия регулярно, так как очень важно сохранить память о великих людях Каспийска. Коллектив школы совместно с воспитанниками школы систематически намеревается такие мероприятия проводить. По почтению памяти, и чтобы наши воспитанники знали своих героев, своих спортивных героев. Завершилось благоустройство прилегающей территории общим фото.